Жилеты, толстовки, теплая одежда для детей, продукты питания, в том числе быстрого приготовления, осенняя партия гуманитарки в Новую Каховку в основном сезонная. В ее сборе участвовали практически все – и региональное правительство, и администрация города, и предприниматели. Сегодня также отправляется важный груз от нашего многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. В рамках оказания шефской помощи передается оборудование для МФЦ, которое находится в Херсонской области. По поручению губернатора мы эту работу выстроили у себя в регионе системно и, безусловно, будем продолжать, потому что рязанцы – люди неравнодушные и всегда откликаются к чужим трудностям и чужой беде. По призыву Народного фронта рязанские предприниматели произвели более 5000 комплектов детской одежды, а рязанское протезно-ортопедическое предприятие передало несколько десятков упаковок материалов для обслуживания больных в госпитале. Собирают и грузят вещи вполне обычные ребята из рязанских колледжей. Слово «сопричастность» сегодня ключевое. Это отправка для жителей, которые нуждаются в нашей помощи. Там, помимо продуктов питания, еще, вот о чем мы говорили, это и теплые вещи, и оборудование, и средства для госпиталя, для лечения больных. Медикаменты, там будут памперсы для лежачих, для тяжелых больных будет медицинское всякое оборудование. Региональный сбор «Все для победы» не первый и не последний. Рязанская область активно участвует в восстановлении инфраструктуры новых регионов России, ремонтирует социальные объекты, жилые дома и инженерные коммуникации. В общем, создает все условия для мирной жизни, которая на новых территориях уже не за горами.